Федерация тяжелой атлетики не будет опротестовывать решение лаборатории Монреаля. Напомним, по результатам допинг-пробы на чемпионате мира в Хьюстоне в крови казахстанских спортсменов Жасулана Кадырбаева, Ермека Омертай и Алмаса Утешева обнаружили запрещенные препараты. Руководство казахстанской организации начало расследование этого дела. Все материалы и выводы комиссии направят Международную федерацию для рассмотрения на следующем заседании дисциплинарного комитета. Наша сторона будет добиваться смягчения дисциплинарных взысканий с казахстанских атлетов. Редактор